В областном центре проходит чемпионат Республики Беларусь по гребле в помещении. В силу погодных условий спортсмены не могут выступать на открытой воде, поэтому соревнования на тренажере «Концепт» – отличная альтернатива классическим заездам. В чемпионате принимают участие 220 гребцов со всех регионов Беларуси в разных возрастных категориях. Первыми на старт вышли юные спортсмены 2006 и 2009 года рождения. Позже они передали эстафету уже старшим коллегам. В программе представлены заезды на 2000 и на 5000 метров. Здесь все то же самое, что и на воде. Выставляется дистанция, у нас стандартная дистанция 2000 метров. Вот. Компьютер, который находится на этом тренажере, дает темп, количество грибков, скорость, среднюю скорость прохождения 500-ки. То есть практически все те же самые показания, которые мы снимаем на воде, мы снимаем здесь, на этом. Единственное, что здесь мы еще определяем мощность. Потому что здесь более четко то, что мы не можем сделать на воде, то есть мощность здесь на этом тренажере мы определяем. Это тоже позволяет нам более четко спланировать в дальнейшем наши тренировки. Не факт, что даже опытный спортсмен без труда преодолеет установленную дистанцию на тренажере «Концепт». Дело в том, что разница заездов на открытой воде и в помещении колоссальная. Если представить академическую греблю в классическом понимании, то помимо физической силы тут еще срабатывает психологический фактор. А при заезде в помещении ключом к победе становится выносливость и масса. Для меня конкретно легче, безусловно, на воде, конкретно наша специальность. Во-первых, играет очень сильную роль. То, что ты видишь соперника, борьба, вот эта гонка, плюс какие-то технические особенности, кто справляется с техникой, с погодными условиями. То есть намного больше факторов, чем здесь. Здесь больше играет роль физика, масса. Ну, в зале соревнования на концептах это показывает твою физическую форму. То есть на воде есть там погодные условия, могут быть помешать, то есть разное бывает. Здесь тебе ничего не мешает, только твоя сила, твое упорство, и ты показываешь на то, что ты способен. Такие соревнования для гребцов в зимний период в Бресте проводят регулярно. Нынешние для членов национальной сборной – нормативные. Лучшим выпадет шанс защищать цвета нашего флага на чемпионате мира и Европы в следующем году. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».